Всем привет! Часто родители маленьких детей задаются вопросом, что будет, если их ребенок съест грифель от карандаша. В большинстве случаев их опасения связаны с распространенной у школьников байкой о том, что растертый в порошок карандашный грифель поднимает температуру тела, вследствие чего можно не ходить на занятия в школу. И если это действительно так, то для тянущего все в рот малыша подобное действие может быть весьма нежелательным. Поэтому давайте разберемся, что будет, если съесть грифель от карандаша, который по своей сути является ничем иным, как углеродом, графитом, связанным глиной. Если съесть много грифеля, который был измельчен и растворен в слюне, следствие этого может быть как раз и повышение температуры тела, а также отравление. Также острый кончик грифеля может травмировать слизистую оболочку, иногда даже возможен прокол пищевода или желудка. Это актуально именно для мам, интересующихся, что будет, если съесть грифель от карандаша при случайном заглатывании. И напоследок, конечно же, это расстройство пищеварения и, как следствие, понос. Однако бывают случаи, когда грифель используется в лечебных целях, но это касается только методов гомеопатии, к которым всегда нужно относиться очень осторожно.